Меня зовут Руслан, мне 29 лет. Я работаю менеджером-логистом по грузоперевозкам по Украине и за рубежом. Donc je m'appelle Руслана, j'ai 29 ans. Je suis manager, je m'occupe de livraison de matériel en Ukraine et à l'étranger, de logistique. Хорошо. Ты на французском, да? Да. Как вы можете описывать ваш характер? Votre caractère, selon vous? Мне кажется, что я веселая, добрая, покладистая. То есть я могу больше пойти на компромисс. Ну да, иногда, конечно, может и не всегда, но в основном. Что еще? Я все время там, у меня много, наверное, в жизни каких-то, возможно, испытаний, но все равно я пытаюсь идти вперед и верю в свое светлое, счастливое будущее. Donc, dit que je suis joyeuse, de bonne humeur, j'ai un bon caractère, je suis capable de faire des compromis. Je pense qu'elle est une bonne, une fille facile à vivre en fait. Хорошо. И почему вы решили обратиться к брачному агентству? Pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire dans une agence de mariage? Я вообще мечтаю найти себе мужа. Да, я хочу найти себе мужчину, который уже достойный, определился в жизни, чего он хочет, понимает, что такое семья, может заботиться, сможет заботиться в будущем о своей семье и о детях. Вот. Elle veut rencontrer un homme qui sait ce qu'il veut, qui a déjà des intentions sérieuses et qui veut vraiment fonder une famille, avoir des enfants, donc dans le sens traditionnel. Хорошо. Pensez qu'il y a des grandes différences de mentalité entre vous et un homme étranger dans le в Франции или в Канаде? Думаете, что это может быть проблема или нет? Я считаю, что все зависит от человека и от его личных качеств. То есть всегда даже наоборот интересно пообщаться с человеком, какое у него было детство, какое у тебя было детство, сравнить, к чему ты идешь и к чему этот человек идет. И точно так же в мире столько всего интересного, можно это все интересное проходить, ну, в общем-то, вместе, невзирая на то, что, может быть, у кого-то другие там традиции. Ну, на самом деле традиции каждой страны сами по себе интересны, увлекательны и, не знаю, манящие, что ли. Elle dit qu'elle pense que ça dépend avant tout de la personne et non pas des traditions, des cultures. C'est vraiment la personnalité qui fait que la chimie va se produire ou pas. Et puis elle trouve que dans tous les pays, les cultures et les traditions sont intéressantes, sont amusantes, drôles et attractives. Mm-hmm. Si vous rencontrez un homme qui a déjà des enfants, que les enfants vivent avec leur mère, est-ce que vous êtes prête à rencontrer un homme qui est comme ça, qui a déjà des enfants? Сейчас трудно, наверное, ответить мне. То есть иногда я в этом не вижу никакой проблемы, а иногда мне кажется, ну вот, все-таки больше я, скорее всего, склоняюсь к тому, что я хочу найти мужчину, у которого еще нет детей. Потому что хочется, чтобы у него и у меня это были, ну, в общем-то, первые дети, его и мои. Чтобы, ну, это вот это в идеале. Dans l'idéal, elle préfère rencontrer un homme qui n'a pas encore d'enfant, et avec lequel ce sera autant pour elle que pour lui, ses premiers enfants dans la famille. Хорошо. И, наверное, у вас есть на работе, у вас есть насыщенный график, у вас есть время ответить на письма или общаться по скайпу с мужчинами перед поездкой? Вы avez certainement un emploi du temps assez chargé. Est-ce que vous avez le temps d'écrire des lettres ou de communiquer par Skype avant les voyages?
Есть, да, у меня есть время. И, ну вот за этим разом так получилось, что мы мало общались с парнем. Ну как, мы немножко переписывались, один раз созванивались по скайпу. А вообще как бы просто, что у меня сейчас таки немножко периода жизни такой в плане работы. Поэтому у нас не получалось часто созвониться. А так, да, я считаю, что если вот я вот встречу и почувствую, что это, скажем так, меня заинтересует очень мужчина, то я, конечно, буду откладывать все дела, и личная жизнь на первом месте у меня. Donc elle dit que la vie personnelle, sa vie privée, ça vient en premier. Donc oui, si elle est intéressée par l'homme, elle va trouver le temps, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez occupée. Не было возможно общаться с вами перед... Или только один раз? Мы общались, да, с ним один раз. И почему у вас не было времени, или... Не очень заинтересованы? Мы как бы... В принципе, не договаривались еще там раз созваниваться. То есть, ну, переписывались немного и созванивались. А потом, в принципе, он уже... Ну, не договаривались мы с ним еще раз, второй раз разговаривать. Ну, если вы договаривались бы, вы нашли бы время? Ну, да, то есть перед этим мы договаривались, у меня что-то там не получалось, я писала, и мы, ну, в общем-то, переносили. Ну, вот такой был формат. Я говорю, что да, с Давидом мы мало пообщались. И понимаете, как, почему еще так получилось? Потому что первый раз, когда мы общались, его английский достаточно хороший, ну, на высоком уровне, и он быстро разговаривает, и я не все улавливала, и мне просто сложновато было общаться. Ну, как бы мы немножко пообщались, потом чуть попереписывались. Вот, в общем-то, так. А если бы вам Давид предложил второй раз встретиться в скайпе, у вас было бы желание второй раз встретиться с ним? Или вы все-таки предпочитаете после первого знакомства в скайпе лучше личную встречу? Сколько вам, допустим, вы встретились в скайпе один раз, возможно, вам необходимо 2-3 раза встретиться в скайпе, чтобы вы для себя приняли решение, стоит ли встречаться лично или нет. Или же все-таки одной встречи в скайпе вам достаточно, вы увидели человека, и вы понимаете, да, можно встретиться лично и пообщаться с ним. Как в вашем случае произошло с Давидом? С Давидом у меня произошло, что как бы после первого свидания в скайпе я поняла, что нужно только вживую увидеться, потому что не особо есть о чем разговаривать, потому что мы все время как бы друг другу там писали, потому что сложно было общаться, и поэтому как бы так себе, я не могу сказать. Но в этом случае я подумала, что все-таки лучше один раз увидеться. Donc, dans ce cas de figure-là, Ruslana, dans le cas qui nous concerne, elle dit que c'était mieux pour elle de faire seulement une seule rencontre par Skype avant la rencontre en vrai, parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de faire plusieurs rencontres par Skype. Donc, ça, c'est justement pour aborder un thème qui les hommes parfois expriment de la frustration parce qu'ils ne peuvent pas communiquer chaque jour ou chaque semaine. Il y a certaines filles qui préfèrent être très modérées sur la communication par Skype. Можно я, да, дополню? То есть, когда вот есть у каждого человека одинаковый уровень английского, можно общаться, и на самом деле я не откидываю там 2-3 раза там в скайпе увидеться, потому что можно как бы друга тоже еще больше узнать и что-то спросить. А если вот в этом случае, когда у меня английский не позволял шикарно общаться и что-то спрашивать, в этом случае я подумала, что лучше один раз увидеть, вот в таком. И почувствовать на каком-то тактильном уровне, на уровне, не знаю, взгляда, там, в глаза, и вот в таком случае. Donc elle disait que dans son cas de figure, du fait qu'elle ne se sentait pas suffisamment à l'aise en anglais, elle s'est dit que une seule rencontre par Skype c'était suffisant parce que elle avait compris que de toute façon son niveau d'anglais ne lui permettra pas d'avoir des discussions intenses au niveau de Skype. Donc elle se disait que c'était mieux d'attendre la vraie rencontre pour pouvoir avec une assistante pour pouvoir justement discuter de choses plus profondes.